сезон сейчас фруктов. Я уже снял и выложил видео про сливовицу. А сегодня я хочу поделиться с вами рецептом еще одного прекрасного алкогольного напитка, европейского напитка, грушевой бренди или грушовица. И, естественно, нам понадобятся груши. Я купил ящик вот такой вот технической груши. Чем техническая груша отличается от обычной как бы столовой груши? Тем, что она маленькая, очень-очень сладкая и очень сочная. Но при этом как бы ее основной недостаток, видите, какая грушка. То есть вот это вот средний размер. Купил я ее очень дешево в Киеве на оптовом фруктовом, ну, овощном рынке на окружной. Она продается по 7 гривен. Купила 35 килограмм. Вот. Помимо этого, для приготовления грушевого бренди нам понадобятся емкости с гидрозатвором. Я использую вот такие вот емкости с гидрозатвором, очень удобно. Это ведра из эпицентра, по большому счету. Здесь гидрозатвор, шкала такая, покупаю ее в магазине homebrewery.com.ua и градусник, который показывает температуру браги, покупаю на Алиэкспрессе. Собственно говоря, на любых сайтах объявлений. Понадобится нам мясорубка. Потому что грушу нам надо измельчить, я ее буду измельчать на мясорубке. И понадобятся дрожжи. Приобрел я в магазине, в интернет-магазине Гриль Газ Романия вот такие вот дрожжи. Бровин, польская фирма, очень люблю эти дрожжи. Называется Turbo Fruit Yeast. То есть фруктовые дрожжи. Толерантность к алкоголю у них 18% спиртуозности. Срок работы 5-7 дней. Вот, что здесь еще они пишут, значит, это дрожжи специально предназначенные для красных и белых плодов, фруктовых. И здесь уже сразу же непосредственно вместе с дрожжами прикормка для дрожжей. То есть, ну, как бы, они будут активно работать, скажем так. Вот. Можно использовать обычные, в принципе, обычные винные дрожжи, вот очень хорошие белорусские винные дрожжи, но также тогда надо дополнительно покупать прикормку. Собственно говоря, что нам первое нужно сделать? Грушу я буду молоть целиком, единственное, что буду отрезать у нее плодоножку. То есть у меня в мясорубку даже самая большая из... Вот самая большая груша помещается легко. Если она у вас не помещается в мясорубку, значит, можно ее там разрезать пополам. Итак, я ее не мою. На груше в любом случае остались какие-то дикие дрожжи. Они, я думаю, отработают вместе с этими дрожжами. Я сделаю две емкости с брагой. Одну сделаю чисто на грушу, на молотых грушах. Естественно, я буду добавлять воды, потому что у меня получится пюре с дрожжами. А во вторую брагу добавлю 3 килограмма сахара. Потом, по конечному результату, когда буду перегонять, посмотрим, сколько из какой получилось алкоголя, собственно говоря, грушевого бренди. И сравним на вкус. Вот насколько без сахара вкуснее та, чем с сахаром или наоборот. Ну, в общем, покажу весь результат. Видео я буду снимать в два этапа. Первый этап закончится на том, как брага забродит. Я покажу, как она забродила и расскажу, как сопровождать процесс брожения. А второй этап будет посвящен перегонке и дегустации. Итак, друзья, первое, что я делаю, сейчас буду перемалывать нашу грушу на мясорубку. Ну что ж, друзья, я хочу попробовать, как мясорубка моя справится с этой задачей. Подтягиваем винт. Не стал я все их чистить, потому что, думаю, вдруг придется резать. Отлично справляется мясорубка. Но я думаю, на час у нее работы будет. Получается очень хорошее, очень качественное пюре. Как видите. Таким образом. Переработаем всю грушу, друзья, и я вернусь к вам. Ну вот, друзья, получилось у меня 20 литров пюре грушевого.
Вот такое вот оно. В эту емкость я добавляю 2 килограмма сахара. А во вторую емкость не буду добавлять ничего. Ну, кроме воды, естественно. Перемешиваем этот сахарочек. Перемешиваю я с помощью строительного миксера. Очень удобная штука. И добавляю в каждую емкость по 15 литров воды. Так, 12 получилось. А сейчас теперь в эту. До отметки 25 литров. То есть будет у меня по 25 литров браги в каждой емкости. Так. И так. Добавили водички и все тщательно перемешаем. Точно так же во второй емкости. Перемешали. Оба. Есть. Теперь заселяем сюда дрожжи. Дрожжи рассыпаем по поверхности сусла и даем им 5 минут регидрироваться. Вот так вот равномерненько рассыпаем. Не в кучку, а чтобы они... Это надо для того, чтобы дрожжи стартанули, чтобы они набрали влаги, заработали. Потому что если их насыпать и сразу перемешать, они могут взяться комочком. И ничего у нас не получится. Ну, они частично отработают. Конечно, все комочком не возьмутся. Вот. Вот таким вот образом. И теперь даем ему 5 минут. Накрываем крышечками. И даем 5 минут постоять. Через 5 минут... Открываем, дрожжи промокли и тщательно все это дело перемешиваем. Можно было тоже миксером, а можно и вручную. Перевешиваем движениями вверх-вниз, чтобы дрожжи вот такими вот, чтобы дрожжи у нас распределились по всему суслу, друзья. Вот таким вот образом. И второй бак точно так же. Странно, этот немножко гуще получился, или мне кажется. Может, сахар как-то сделал его жиже. Не пойму ничего. Ну ладно. Перемешали. И сразу же ставим под гидрозатвор. Сейчас закроем и, естественно, наклеим стикера. В гидрозатвор у меня всегда хранятся в баночке головы от каких-то перегонов. Я наливаю головы. Для чего я это делаю? Тут будет очень сильный фруктовый запах. Если налить, просто можно налить водички без проблем. Но водичка, на нее слетается такое количество мошки, что она полностью забивает гидрозатвор. Он просто забит мошкой. Запах спирта как-то отпугивает их. Ну вот, друзья, ждем до завтра. Завтра оно забродит, и я вам это покажу. На утро второго дня, друзья, очень хорошо видно, что наша бражка отлично, великолепно бродит. Причем вот это вот с сахаром.
17.09 я поставил число, когда, ну, когда ее приготовил. И вторая без сахара. Вот, наверное, мне кажется, что все-таки без сахара реже пузырьки. Сейчас посмотрим. Да, да, без сахара немножко реже. С сахаром немножко чаще. Но это естественно, там меньше сахара, значит, меньше для дрожжей. Меньше для дрожжей, ну, как бы, питательных веществ, скажем так. Сейчас откроем, собьем шапочку. И вот такой вот эффект. Здесь такая очень-очень плотная шапочка. Ее обязательно надо сбивать на второй день и на четвертый день. Потом она уже начнет немножко оседать. Для чего это делается? Первое, чтобы дать свободно выходить углекислоте, так как она не может пробить эту шапочку. И, соответственно, процесс брожения происходит хуже. И второе, она может, ну, элементарно испортиться, то есть заплесневеть, в ней начнутся гнилостные процессы. А это нам совершенно не нужно. Таким образом мы испортим всю брагу. Сбиваем эту шапочку. Видите, какая она плотная. А где-то после 4-5 дня все это дело начнет потихонечку оседать. Ну и со временем совсем осядет на дно, а сверху будет чистая брашка. Отлично бродит. Просто великолепно. Ну вот, друзья, процесс у нас пошел достаточно хорошо. И на этом я буду заканчивать именно это видео. Это будет первая часть, будет еще вторая часть. Вторая часть будет посвящена перегонке, собственно говоря, и дегустации продукта. Но не хочу затягивать, не хочу ждать, пока начнется, ну, как бы, пока буду перегонять, потому что пройдет сезон груш, слив, и вы не сможете воспользоваться этим рецептом. Но обязательно вторая часть этого ролика выйдет. Коротко расскажу в двух словах о перегонке. Значит, существует два вида перегонки. Ну, в частности, вот таких вот, к примеру, грушевого бренди. Первый вид перегонки, оба они достаточно долгие. То есть оба занимают день для того, чтобы получить хороший качественный напиток. Первый вид перегонки, это мы делаем очень медленную покапельную перегонку. То есть очень медленно нагреваем. При температуре 87-88 градусов в кубе начинают, в первую очередь, начинают у нас идти головы. И подъем температуры нам надо отрегулировать таким образом, чтобы у нас было чуть-чуть, ну вот в районе полградуса максимум, это 1 градус в час. Но 1 градус это в принципе много. Я делаю так, регулирую мощность стенов, чтобы температура поднималась по полградуса в час. Таким образом, получаю очень покапельный медленный отбор. Вот, я отбираю 7%, где-то 5-7% голов. Потом отбираю тело до спиртуозности 40% спирта в струе. И потом уже отсекаю хвосты, так сказать. Хвосты собираю, там добавляю в следующие аналогичные перегонки. То есть на следующий раз на перегонку они у меня идут. Это первый вариант. Достаточно длинный, у меня занимает где-то 25 литров браги, 12 часов. Второй вариант, ну, не менее длинный, заключается он в дробной, двойной перегонке. Первый раз мы включаем нагрев на максимум, отбираем где-то 5% голов, и потом весь остальной напиток, как бы спирт сырец, отбираем насухо, то есть до нуля в струе, там, или до 5 градусов спиртуозности в струе. Потом смешиваем это 50/50 с водой и делаем вторую перегонку. Вторую перегонку уже тщательно, опять же таки, отбираем головы, тоже где-то 5%, отбираем тело до 35-40 градусов в струе, и потом отбираем хвосты. Какие недостатки и преимущества в каждом из видов перегонки? В первом случае все-таки в напиток сам у нас пробивается немножко сивушных масел.
когда мы делаем с первого раза перегонку, и как бы присутствует, но все тут вся как бы весь смысл делать ее очень медленно, делать покапельно, и тогда практически запаха самогона не будет. Если поторопиться и сделать одну перегонку, быстро отобрать ее, то будет, конечно же, запах самогона. Но мы получаем значительно больший ярко выраженный вкус, так называемая органолептика, то есть, допустим, в грушевой водке мы получим значительно больший грушевый аромат. Во втором случае, когда мы делаем двойную дробную перегонку, мы немножко теряем в органолептике, то есть в аромате нашего продукта, готового к употреблению. Но зато мы сам напиток делаем более чистым, более точно мы отбираем только питьевые спирты, отсекая вначале все ацетоны, потому что два раза мы головы снимаем, и все сивушные масла оставляя в хвостах. Вот такие вот два метода. Но в любом случае эти две брашки я буду перегонять. Я сниму об этом видео и расскажу, чем отличается. Проведу дегустацию. Во-первых, скажу, сколько с какой получилось. Потому что понятно, что там, где я добавил сахар, там будет больше напитка. Толерантность к алкоголю у дрожжей очень высокая. Там, где я не добавил сахар, будет меньше напитка. Ну и, собственно говоря, проведу вторую дегустацию. Вернее, не вторую, а проведу дегустацию и расскажу вам о различии между двумя этими напитками. Ну, друзья, на этом все. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новое видео. Всего доброго, пока!